Во-первых, это не был дар, чеваши нацители куравини ференче, студент Сень Куния Каларом. Всем привет! С вами Чебоксарское музыкальное училище имени Федорова Павлова и мы. Ее ведущие Ольга Абрамова и Алексей Александров. Этот год у нас очень насыщенный в училище, потому что он юбилейный. Нашему училищу 90 лет. В связи с этим у нас постоянно проходят какие-то мероприятия. Каждую неделю. Последнее время практически каждый день. Да, именно. Только на днях мы отпели и отписали большой концерт нашего родного отделения сольного и хорового народного пения. А сейчас у нас эстафетная палочка пошла дальше, наверное. Да, ну, сперва еще хочется сказать и поблагодарить всех зрителей, публику, кто к нам пришел на концерт. Да, была очень благодарная публика. Да, очень приятно выступать перед такой аудиторией. Вот, и теперь мы вас приглашаем 24 ноября в 16:00 на отчетный концерт отделения народных инструментов. Да, сказали, что будет очень здорово. А поподробнее об этом событии нам расскажут студенты 3-го и 4-го курса Андрей Герасимов и Лёва Фогель. Ребят, очень рада вас здесь видеть. Спасибо, что пришли, нашли время в этот сложный период. Мы с Лёшей пережили подготовку к отчетному концерту. Это было непросто. Мы прекрасно понимаем, что времени немного. Спасибо, что вы здесь. Да, и нам действительно очень интересно, как происходит подготовка у нас. Потому что у нас это было очень сильно. А как это происходило у вас? Вот расскажите, пожалуйста. Ну, опять же, репетиции, конечно же, сверхурочные. То есть мы уходим с пар. Да, уходим с пар иногда в воскресенье, по выходным тоже. Чтобы вот это хотела спросить насчет сверхурочного. Вам потом какие-то небольшой отпуск дадут? Да, конечно. Чуть-чуть отдохнете? Да, Сережа у нас понимает в этом плане. Наш руководитель тоже. У нас сейчас пока нет занятий хор. Ну, очень хорошо. Да, здорово. Хоть отдохнуть, хоть перевести дух на следующий концерт. Может быть, немножко раскройте карты и скажете, что будете играть, чью музыку. Плане. Будет оркестр или только сольные номера? И сольные, и оркестр. Мы в основном играем обработки народных мелодий. Угу. Вот. Кроме чисто студентов училища еще будут коллективы с музыкальных школ, разных музыкальных школ. Из Новочебоксарска, может быть, тоже будут. И многие разные ансамбли. Какие-то еще ансамбли. И будет, я думаю, грандиозный концерт. Здорово. Это с удовольствием придем на него с вами. Да. Мы как раз-таки подготовили небольшой видеоматериал, который покажет нам, на чем играют ребята-народники. Вот сейчас давайте его посмотрим. Давайте. Thank you.
Мы увидели богатое разнообразие инструментов. Ребят, может быть, поделитесь для телезрителей поподробнее о составе оркестра вашего, какие инструменты представлены и будут представлены на отчетном концерте у вас? Ну, все, что вы видели. Давай перечислим, получается. Будут сольные коллективы. Это вот, получается, не сольные коллективы, будет соло с оркестром, наверное, гармонь. Да, гармонь. Будет оркестром мы играть. Будут какие-то коллективы, ансамбли, тоже с разных школ. И... Вот, а по инструментам? Да, инструментальный состав? Какие сольные номера, вот... Малая домра как раз, а, баян, гитара. Вот, ну, в основном. А какие инструменты выбрали вы? Лёва. А, с меня? Да. Ну, давайте. Мой инструмент – это баян. Основной? Основной инструмент – это баян, а родственный инструмент – это домра. А что значит родственный? Ну, то, что... Как бы я выбрал этот инструмент, чтобы играть в оркестре. Угу. Как бы владеть им, научиться владеть. И в дальнейшем, может быть, обучать детей игре на домре. То есть у вас, получается, программа обучения входит, овладение не одним инструментом по программе, да? Да, это называется ознакомление. Как бы, например, если баянист либо аккордеонист, то есть поступил, у него дается ознакомление, выбор либо домра, либо балалайка. Либо на там полгода домра, полгода балалайка. Угу. То есть обучаются. А у них наоборот. У нас наоборот. То есть мы учимся на домре, и нам предоставляют выбор либо на баяне, либо на аккордеоне. Я аккордеон выбрал. Здесь надо немножко пояснить. Отделение народных инструментов подразделяется. Ну да, На струнные и на баян, аккордеон, гармонь. У нас ввели недавно эту гармонь. Да, с приходом Пашпорта. Кстати, это прям удивительно. Такой старинный инструмент, такой звучащий, а ввели в народное отделение только недавно. Ну, такой, получается, старый и молодой. То же самое, как ввести... Например, раньше же не было гитара народным инструментом. Это... подразделение, наверное, как бы на классику и на что-то народное. Потому что вот уже Паша, вот Парфенов, который был в видео, он уже играет классику, более выраженную, играет обработки сложнейшие, который на обычной гармонии не сыграешь. Поэтому. Ну вот это на самом деле впечатляет, когда на первый взгляд кажется какие-то простые народные инструменты. Вот у тебя, Андрей, домра. Малая домра. Малая, правильно? Домра, три струны. Всего три. Ты такую музыку на ней играешь потрясающую. И когда, не знаю, чувствуешь инструмент, очень здорово. Вот это сама музыка, сам звук, это впечатляет очень. Очень интересно, почему ты выбрал именно домру. Как так вышло? Ну, когда я еще был маленьким, нет, это был не совсем мой выбор, на самом деле. То есть часто вот бывает, когда родители отдают ребенка развиваться, то есть не только в обычной школе учиться, а еще кружки, дополнительно, да. Сначала хотели отвезти на балалайку, но преподаватель, он был специалист больше вот по домре, потому что заканчивала, ну, высшее образование получала. Захарова Николаевна. Звали моего педагога. Сначала, честно, я как-то относился к этому не с такой любовью. Даже какой-то момент хотелось бросить. Как ты пережил этот момент? Просто я знаю, и по своему опыту могу поделиться, вот в музыкальной школе рано или поздно у каждого ребенка наступает сложный период, когда хочется все бросить, перестать заниматься. Вот что, например, тебя в свое время смотивировало? Или просто силу воли пришлось проявить какую-то, доучиться уже в школе? Как это было? Просто стоял выбор. Уже в 9 классе, куда поступать. Вообще сначала хотела другое направление выбрать, абсолютно... Не связанное, да, с музыкой? Абсолютно не связанное. Поваром учу. Поваром. Это тоже интересно, конечно, но... Потом просто понял, что вот то, чем я занимаюсь, творческая профессия, это, наверное, интереснее всего, потому что вот... сидеть, не знаю, в офисе иногда. Для меня вот лично это
было бы, наверное, занятие не очень веселым. Но получается, во вкус ты вошел уже... Уже когда в училище поступил. Да, да, сейчас ты четвертый курс. Четвертый курс. Выпускник, готовишься к поступлению куда-то дальше. Уже прикидывал. Ну, да, я езжу, смотрю, куда. Даже ездишь, чтобы по атмосфере понравилось. И по атмосфере, и вообще в целом, да. Лёва, у тебя такое было в музыкальной-то школе, что хотелось уйти, все бросить? Было один раз, но это было так со зла, потому что у меня не получилось только одно произведение, видите ли. А в одном такте я не смог убрать ошибку, но потом сделал. Но нет, у меня не было такого. Как-то я шел к этому целенаправленно. Как-то больше мне не хотелось. Говорили мне все, что лучше уйти на юриста, там больше зарабатывают. Ну, как-то не за деньгами речь, а как-то больше творчески. Что ты чувствуешь внутри, то, что ты как бы идешь к этому, то есть стремишься к своей мечте. Поэтому как-то не было такого. На пути реализации своей мечты. Да, на пути реализации своей мечты. Там пока еще много, но сделаем. Все нарабатывается. Да, все нарабатывается с годами и приходит тоже с годами. Ну, я вообще хочу сказать, что я очень люблю звучание народных инструментов. Я была на некоторых концертах, в училище у нас, на ваших концертах оркестра. Вот и струнные особенно. Какая-то как сказочная музыка. Очень добрая, светлая. Может быть, это руководитель у вас такой репертуар подбирает, или это действительно само звучание инструмента? Как вы чувствуете, с чем больше? Ну, вообще подбирает, конечно же, репертуар преподаватель, потому что преподавателю более видней, что лучше ты сыграешь и как ты это сыграешь. Но и заключается твоя же художественная задача, это уже художественная, чтобы передать как бы смысл, передать вот это произведение зрителям. То есть свое видение. Да, то есть свое видение. Ну, то есть как ты чувствуешь, как ты передаешь. Насколько мне известно, подобные ансамбли народных инструментов пользуются очень большим успехом и у нас в стране, и за рубежом. Потому что на первый взгляд такие простые инструменты, и когда они в оркестре, они звучат так богато, так... Вообще большой интерес вызывает народная музыка, инструменты в Европе. Галина Викторовна Киселева, да, заведующая вашим отделением, делилась с нами, что выпускники вашего отделения даже за границей есть, кто работает. Не только в Чувашии, в России, а действительно везде. Очень много уезжает. Ну, как это, более лучшая сфера ехать за рубежом, потому что более музыкантов народных инструментов уважают там. Это интересно. Считается, будет это диковинно. Наверное, потому что Европа все-таки она немного отошла от этнического, наверное, и вот это звучание самобытное. А вот за рубежом уже народные. Это интереснее. Вот, потому что там в основном же симфонический оркестр. Но там это все зародилось. Тоже. Ну вот я сейчас предлагаю посмотреть как раз-таки видео с концерта апреля прошлого года, которое как раз-таки покажет нам все богатство звучания оркестра народных инструментов. Да, давайте посмотрим.
Вот здесь я хочу все-таки немножко пояснить для телезрителей, что концерт был посвящен юбилею одного очень замечательного человека, Борисову Эдуарду Геннадьевичу. Он большой, огромный вклад внес в развитие отделения народных инструментов. И полвека, больше чем полвека посвятил труду в нашем учебном заведении. Потрясающий просто человек, такая душа нашего училища, можно потому что сказать, студенты его обожают. Это видно, да. Как, и он руководил учебным оркестром многие долгие годы. Он его основал. Он его основал. Да. Выезжали даже с концертами в Европу. Казань, с этим, да. И разные города. Да, и, вот. Он бесконструировал наш зал, да? Он привел его в порядок. Акустику. То есть вот очень многие хвалят акустику нашего концертного зала. Это благодаря ему он эти экраны поставил, благодаря чему потрясающе хороший звук теперь. Да, благородное дело посвятить всю свою жизнь музыке, обучению студентов. И вот сейчас его воспитанники уже и сами успели стать преподавателями, уже воспитывают новое поколение инструменталистов. Да, в вашем отделении действительно есть кем гордиться. Очень много талантливых ребят у вас. Если перечислять все награды, никакого эфира не хватит, потому что, опять же, по статистике Галины Викторовны, там более... Ежегодно более 100. 100 наград, это впечатляет. Да, вы участвуете активно в разных конкурсах. Международных, всероссийских. Да, вот несколько раз в эфире прозвучало имя Паша Парфенов. Он такой, надо сказать, виртуоз, наверное, да, на гармонии в дельфийских играх. В каком году он? В 16-м и в прошлом. Не в прошлом, а вот в этом году. В этом году, да. А, в начале этого года. Да. На дельфийских молодежных играх в России это очень, ну, это что-то сравнимое с олимпийскими играми для спортсменов. Очень получается. Высокий уровень, на самом деле. Да. Вот. Ну, ты, Андрей, у нас сегодня в гостях, да, такой тоже представитель активного очень студента. Носишь звание «Молодое дарование России». Прилично. Вот. Такой простой, наивный вопрос в связи с этим, с твоим опытом. Четвертый курс, много выступаешь в конкурсах, побеждаешь, участвуешь. Ты все еще волнуешься, когда выходишь исполнять? Да, особенно, когда не совсем готов. Там пассаж какой-нибудь недоучен, там и тому подобное. Но вообще, даже если ты готов на 200%, ты все равно волнуешься. И это тебя подстегивает. Потому что, когда ты выходишь расслабленно на сцену, ну... Это плохо. Летает и внимание, и концентрация теряется. Да. То есть некоторое волнение, оно все-таки должно быть. Да. Ребят. Как же без волнения? Мне хочется сказать еще об одном событии, которое совсем недавно, кстати, произошло. Вы ведь поучаствовали в грандиозном событии, связанном с Книгой рекордов Гиннесса. А, да. Огромное количество музыкантов со всей страны, 8 тысяч музыкантов, 20 тысяч певцов единовременно исполняли гимн. И в связи с этим попали в Книгу рекордов России. Гиннесса. Да. Попали в Книгу рекордов Гиннесса, исполняли как раз российский гимн. Вы были в составе этих музыкантов. Вот. Можете об этом рассказать, как это было по ощущениям? О, это очень незабываемая вещь. Да. Когда ты приходишь на этот стадион, и там не только ты просто... Армия. Как будто, да, как будто там не тысяча человек, а миллион. Ощущение такое, потому что мы заняли весь стадион, когда играют духовые... Торжественную музыку, да, гимн. Мне даже сложно представить, как это все звучит одновременно. Большой-большой стадион, огромный, потому что масштаб вообще. Вот что самое запоминающее было, это когда сказал дирижер: «Тарелки, давайте». Там такой... Четко. Все четко. Одновременно. И ехать такой... Здорово. Это же получилось с первого раза, да, без единой репетиции? Ну, были репетиции. Там два раза мы проиграли, дирижеру понравилось, и просто пошли. Лёва, можешь рассказать, как ты туда попал? Как произошло это, что тебя туда пригласили? Я, получается, занимался летом. Заниматься летом нужно. Вот. Понятно. Как бы сделал произведение, и наш завуч говорит: ну, в Питер едем? Мы не совсем поняли. Он говорит: в Питер едем? Он говорит: ну, зачем? Гимн Российской Федерации играет. Ну, там нужно. Он говорит: давайте, поехали. Поехали туда. На самолетах. Ну, на самолете, получается, летели там
две пересадки, ну, как обычно. Доехали туда, в отель поселились. И уже на следующий день пошли мы на эту арену. А мы же не знаем, я в Питере даже арену не знаю, где она находится. Мы же не знаем, где. А, ну, приехали. Не по одному пошли? Ну, нет, группа человек у нас получается. Мы нас собрали, да, 20 человек где-то было. 20 человек и куратор. То есть два куратора у нас было. И мы пошли, интересно, такой большой зал, ну, нас сначала в подвал завели, мы сначала не поняли, что это такое, а нас, оказывается, на места усадили. Сидели, ждали, и только потом нас позвали, что там у нас строй, и вот так повели. Ну, потрясающая история. Книга рекордов Гиннесса звучит очень круто, но меня больше всего впечатляет в этой истории то, что студент во время летних каникул занимался. А, вас это просто удивительно. Казалось бы, отдыхать надо. Да. Талант – это одно, а без усердия и трудолюбия действительно ничего не достигнешь. Теперь понятно, почему ваше отделение занимает так много побед, делает так много достижений, потому что без усердия ничего не будет. Да. Ну, у нас еще есть? Да, вот Галина Викторовна Киселева говорила, что все это очень хорошо. Вот. Помимо этого, вы ведь, ребята, успеваете участвовать на всяких мастер-классах, семинарах и прочее, прочее. Вот не стоите на месте, а постоянно развиваетесь. Посвящение студентов вот недавно прошло. Да. Посвящали студентов. Там же я участвовал тоже. Ну, как это? Я председатель культмас. Ну, как это? Ставили мы группы, получается, людей наши. Старшекурсники, второй и четвертый курс, мы вот ставили вот этой командой посвящение нашим первокурсникам. Посвящали, вот, так сказать. Это очень здорово, что вы все это организуете. Вот сейчас к вам приезжает Александр Веницкий, известный музыкант, педагог, как раз таки с мастер-классом. Поэтому предлагаю нашим радиослушателям следить за новостями на нашем сайте muzuch.rf. Все очень хорошо запоминается, muzuch.rf, там все об этом расписывается, постоянно появляются новости. А тем временем наш эфир подошел к концу. Время пролетело. С вами очень приятно общаться, ребят. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Да. С вами было Чебоксарское музыкальное училище имени Федора Павлова. И мы, ее ведущие, Ольга Абрамова. Алексей Александров. Да, Чибер Юлар.